Возможно. Тотальный два представляет участников. Спортсменов белой сезоне Андрей Уваров, 1999 года рождения, кандидат в мастера спорта. Представляет город Москва. Занимается дзюдо с 2005 года. Тренер Юкович Сергей Сергеевич. Лучший результат первенства Москвы до 21 года. Спортсмен синий дзюдо. Сатаев Тор Павлов. 2000 года рождения. Кандидат в мастера спорта. Представляет Северо-Кавказский федеральный округ. Чеченскую республику. Занимается дзюдо с 2011 года. Тренируется у Бахмарова Рамза Абамиловича. Судья на татами. Калитин Станислав, Южный федеральный округ, город Ростов-на-Дону. Судья первой категории. Ему помогает Марина Бондарь, Северо-Западный федеральный округ, город Сыктывкар, судья международной категории. И Хатамов Мустакиев, Дальневосточный федеральный округ, город Якутск, судья первой категории. Представляю спортсмена на татами 4. В белом кимоно месяцев назад 1992 года. Мастер спорта. Представляет Уральский федеральный округ, Тюменскую область. Первый тренер месяцев Сергей Михайлович. В настоящее время тренируется на Казанском Степана Андрея Анатольевича Виктолова Андрея Валентиновича и Мишикова Сергея Михайловича. Дзюдо 2006 года. Лучший спортивный результат. Первое место на Казанском 2017 года. Синие дзюдоги. Харитонов Дмитрий. 1999 года рождения, мастер спорта. Представляет Центральный федеральный округ, город Рязань. Первый тренер Долгополова Сергей Александрович. В настоящее время тренируется у Полкова Константина Николаевича. Лучший результат. Первое место на Кубке России. И второе место на Пенечный рог 2016 года. Дзюдо 2004 года. Представляем судьи данной встречи. Арбитр на татами. Ахметов Али. Судья первой категории Южный федеральный округ. Светлана Березова. Судья всероссийской категории Северо-Кавказского федерального округа. Роберт Курганов. Судья всероссийской категории Приволжского федерального округа.
На батарее 4. Победа обязал 3-3 Калитрова. Центральный центральный округ, город Казан, Зеленов. Опять, ну что, да, так не зарабатывай, все, сейчас просто.